Вам мужка... ЖОС Альянса! Дорогие друзья, их немое кино еще продолжается. Пока еще продолжается. Те же самые бездарные актеры, узурпаторы государственной власти. На этой неделе новый эпизод. Голосуют кота в мешке. Так называемого президента. На молдавском языке и в нашем народе есть замечательная поговорка, которая звучит так: «Каса Арди, баба Сыкяптана». Вы знаете, вот мы наблюдали на этой неделе, опять же, потому что неделя за неделей, наблюдали, как они, извините за выражение, может быть, даже за вульгарность, подстраивают себе вот роль президента и функцию, и должность, и человека на эту должность, как будто они ищут, извините за выражение, особу легкого поведения. Кто с кем больше переспит, подстраивая под себя. Так вот. На этой же неделе ихняя же статистика нам говорит о том, что всплеск преступности такой же, как и в лихие 90-е. На этой неделе мы видели, как убивают чиновников. На этой неделе мы видели похищение детей. На этой неделе мы видели, как они нам говорят то, что мы им говорили ранее. А они не соглашались, что они будут. И вот началась оптимизация медицинских учреждений. На этой неделе депутаты-коммунисты ездили в территории, в наши районы. И на этой неделе мы поняли, сколько еще школ закрылось. На этой же неделе люди начали получать новые счета за отопление. Они с ужасом смотрят на эти счета. И что и кого они собираются выбирать? Что дальше они могут предложить? Абсолютно, абсолютно ничего и никого. Этот президент, неважно, выберут они или его не выберут, но если выберут, он будет настолько же легитимен, насколько нелегитимна эта власть. ЖОС Альянса! ЖОС Альянса! ЖОС Альянса!